Призер Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике Ольга Котлярова не только стала почетным гостем Речкаловского пробега. Для Ольги Ивановны специально провели экскурсию по старому городу и показали обновленный стадион «Юность». К слову, Ольга Котлярова не только знаменитая легкоатлетка. Сегодня она является заместителем директора департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Именитая гостья прогулялась по обновленным беговым дорожкам, а также ей показали, как выглядел наш стадион до масштабного ремонта. Преображение главного спортивного объекта гостью впечатлило. Для меня заходить на новые стадионы, где лежит новая, красивая, хорошая, качественная дорожка, это вот каждый раз такое волнение, как будто я на соревнования выхожу. Но на мой взгляд, легкая атлетика – это такой вид спорта, который, он к любому виду спорта может помогать. И сама легкая атлетика, не зря же это королева спорта. И то, что у вас есть такой стадион, покрытие, всего несколько стадионов в области таких. То есть я желаю только того, чтобы стадион жил.